Малыш Игнат 3 дня как родился, а уже чем-то расстроен. А все потому, что никто из вас не знает о его достижении. А ведь его появление – чудо. Он родился вопреки всему, победив диагноз бесплодия. Отличная работа, Игнат. Ты настоящий богатырь. Национальный проект «Демография» – это бесплатные процедуры ЭКО для семей с диагнозом бесплодия. А вы и не знали. Национальные проекты. Смотрите, вместе у нас получается.